Там не завод, а установка, это звучит по документам, но суть это не меняет. Чтобы в городе Назарово появилась мощность по изготовлению асфальтового покрытия, асфальтовой смеси. Вещь хорошая, нужная. Искренне рады будем помочь в рамках действующего законодательства всем, чем можем. Только для того, чтобы такое производство в городе состоялось. Я уверен, что в ближайшие годы потребность в асфальте вырастет кратно, потому что объемы дорожных ремонтных работ будут только увеличиваться. Президент в своем послании сначала и вот на пресс-конференции говорил о том, что есть планы, расписанные по годам, когда будет улучшаться качество региональных дорог. Вот. Я надеюсь, что и для города Назарова в этом плане место будет. Подрядчик хочет, вернее не подрядчик, а компания хочет установить ее в Березовой роще. Вот. Мы провели рабочее совещание, пригласили там всех заинтересованных, соседей, всех. Вот. И пока мы там этой установки не видим. Честно говоря, я хочу, чтобы все понимали, я искренне хочу, чтобы асфальтовая установка в городе была, но очень не хочу, чтобы она была экологически несовершенна, грязная, я имею в виду, и располагалась там, где ей располагаться нельзя. По крайней мере, я не допущу, чтобы она располагалась с нарушением хотя бы одного какого-то правила либо ограничения. Вот это 100%. Вот. При всем, что она, конечно же, городу нужна. Мы буквально вчера разговаривали с коллегами, говорили о том, что даже в те давние времена, помните, где у нас асфальтовые заводы были? Они все были за городом.